Але я вважаю, що в мене в програмі достатньо хітів, і той самий Шекспір, і Піна Колада, і пісня «Тільки рядом», і «Небо плаче грозами», і знову ж таки «Знаєш», «Дощ стучить в окно», «Ти хотіла», «Красота розлука». Я перечислюю ті пісні, які, власне, люди чекають на моїх концертах. Ось. І це тільки те, що мені зараз спало на думку, таких пісень трошки більше. Насчет необычных подарков, которые робив саме я? Угу. Нескромный я мальчик. Значит, один з таких подарунків, які запам'яталися моїм близьким, я просто, от навіть коли прийшов до Мікі Ньютон минулого, здається, року, я їй подарував стриптизера. Тобто він їй станцював танок. Це те, що запам'яталося, я думаю, і те, що вона згадує по сьогоднішній день. Каже, а пам'ятаєш мій день народження, коли ти там зробив мені такий незвичайний подарунок? Не знаю, важко робити якісь незвичайні подарунки. Для мене, насправді, найкраще робити подарунок корисний. Тому я зазвичай питаюся, що тобі потрібно. Якщо людина така раціональна і правильна, вона може сказати, подумати, що їй необхідно. Якщо людина не знає, то ти вже підходиш там зі всім креативом і думаєш, що б це таке могло би бути. Ось, ну, ви самі розумієте, що можна подарувати артистці, якщо в неї все є. Ну, от стриптиз подарував. Коли я приходжу там не до артистки, то там зовсім інші можуть бути подарунки. Так, наступне питання. От Карины. Кто из зарубежных исполнителей тебе нравится? Из зарубежных исполнителей мне очень нравится Анастейша. Я ее еще больше полюбил, когда попал на ее концерт, когда она выступала во Дворце спорта в Украине. Кто мне еще нравится? Мне нравится Нора Джонс. Мне нравится группа Maroon 5. Мне нравится очень Леди Гага в последнее время. Мадонна. На самом деле очень много исполнителей, которые мне нравятся. Очень. Может быть, не все снова таки. То есть у каждого можно найти по несколько хитов. Может быть, одну-две песни можно найти, которые слушаю с удовольствием. Вот. Я в душе меломан, скажем так. Потому не зацикливаюсь как бы на одних каких-то артистах. Хотя есть такие артисты, за которыми интересно смотреть вот все, что они делают. А если говорить о наших артистах, то я очень люблю и до сих пор под впечатлением от концерта Ирины Билы. Я со многими нашими украинскими звездами дружу, вот, в том числе и с Ирой Билы. И вот ее концерт просто заставил меня, скажем так, посмотреть на украинский шоу-бизнес немного по-другому, и ты понимаешь, что экспериментировать всегда необходимо. И в любом случае нужно оставаться самим собой. По крайней мере, пытаться. Порой это сложно. Сложно, потому что влияет все. Влияют люди, влияет обстановка, атмосфера на тебя. И ты можешь быть каким-то немножко другим, не таким, какой ты есть на самом деле. Вот. Но если ты все-таки стараешься и сохраняешь свою индивидуальность, то есть если ты искренен, то ты потенциально успешен. Искренность – это главный успех, я думаю, многих людей. А когда ты клевещешь, когда ты обманываешь, то ты далеко не зайдешь. Рано или поздно тебе крылышки обломают. Потому я стараюсь жить по такому именно правилу, быть собой, быть настоящим. Хотя это не каждому нужно. Следующий вопрос муза интересуется. Да. Виталик, муза. Привет. В последнее время у тебя такой музыкальный материал интересный появился. Не то чтобы он лучше, чем был, но он другой, взрослее стал, что ли. Ты тоже изменился? Какие свои плюсы и минусы можешь публично отметить? И отличаешься ли сегодняшней
отличается ли сегодняшний Виталик Козловский от того, который приехал покорять шанс 7 лет назад? 7,5 уже лет тому назад. Спасибо большое, музычка. Музычка. Ой, конечно, отличаюсь. Начну с конца. Естественно, у нас каждые 5 лет у нас меняется мировоззрение, и мы меняемся, и внешность наша меняется, мы поправляемся, худеем, раскачиваемся, там еще что-нибудь там. То есть мы смотрим на жизнь каждый раз по-другому. Нас окружают, привет, люди. Там, смена людей постоянно проходит. То есть мы можем дружить. Сейчас у нас, может быть, очень близкие друзья, одни люди. Там, через несколько лет это могут быть совершенно другие люди. Может случиться какой-то момент, или момент счастья, или момент какого-то горя, который тоже поменяет нас в корне. Естественно, я поменялся. Тогда я жил с родителями, тогда я где-то зависел от них. Вот. Когда я победил в шансе, когда я понял, что все зависит только от меня, никто мне на блюдечке с голубой каемочкой ничего приносить не будет, я понял, что нужно становиться очень-очень самостоятельным, знакомиться с правильными людьми, искать себе репертуар, потому что артиста делает его репертуар. Как мне мама, помню, еще вначале говорила: «Виталик, пиши песни, чем больше будет песен, тем больше у тебя будет успех». Это правда. Вот сейчас взял, проговорился, понимаешь, это на самом деле успех каждого артиста, его репертуар. Чем больше песен, тем лучше. Вот. Правда, не каждая песня — это попадание прямое, но это уже другой вопрос, это вопрос вкуса. Ладно, не будем забегать глубоко, очень сильно. Как вы относитесь к тому, что вас называют украинским Дмитрием Биланом? Боже, сейчас я отвечу, зайчик. Я еще тут на этот вопрос, подожди. К чему я вел? Я поменялся, естественно, я поменялся. Я стал более глубже мыслить, я стал... Но я не стал унылым. Я стал, наверное, радостнее, потому что я каждый раз осознаю, что я в жизни занимаюсь тем, к чему я стремился всей душой, телом и разумом. Сбылась моя мечта, это правда. Она была для меня нереальной, но я очень сильно верил в то, что она сбудется. Я вырос просто в совершенно обыкновенной семье, где понятие, что такое шоу-бизнес, ну как бы даже не рассматривалось. То есть никто даже не думал, что вот там я могу попасть в телевизор, я могу попасть в экран и там светиться как бы каждый день, да? Чтобы мне показывали телевизор каждый день. Меня родители очень сильно поддерживают, и снова-таки вот моя самостоятельность и моя публичность дала мне возможность понять, что родители для меня — это лучшие друзья. Я не перестаю и не устаю говорить людям, что мои лучшие друзья — это родители. Мне очень хочется, чтобы молодежь, та, которая действительно меня любит, как артиста, чтобы взяли мои слова себе во внимание и помнили, что родителей нужно уважать и не бояться говорить им: я тебя люблю, не игнорировать их, не ругаться с ними, ну стараться, по крайней мере. Потому что это действительно люди, которые заслуживают большого внимания. Там было еще несколько вопросов в одном вопросе. Давайте напомните. О музыкальном материале. Музыкальный материал, он взрослеет вместе со мной. Я меняю свое мировоззрение, и, естественно, и мой репертуар становится более глубже, более взрослее, что ли. А может быть, он и не становится более взрослее. Может быть, просто я его пою по-другому. Потому что, переживая какие-то вот моменты в жизни, ты... Ну вот снова-таки происходит эта переоценка, ты по-другому относишься и к музыке, и к своему же исполнению. Ты понимаешь, если раньше я там старался каждую ноту спеть, там как-то продлить ее, там, то сейчас я понимаю, что порой хватает что-то сказать, что ты показываешь. Хватает просто даже вот выйти, да, вот порой бывает, смотришь там на певицу, она там и не совсем такая уже же и вокальная, но берет за душу, черт возьми.
Чем? Да тем, что она может просто даже прошептать песню. Но как она это делает? Нужно, ну, это убедительно, это ты веришь этому. Она берет тебя просто до клеточки каждый. Вот. Потому взрослее мы приобретаем опыт, набираемся профессионализма и смотрим на все, что происходит вокруг нас по-другому. Еще там что-то, там три вопроса, если не ошибаюсь, было про репертуар. Какие свои плюсы и минусы можешь публично отметить? Это очень сложно сделать, очень сложно на себя смотреть со стороны. Я ненавижу в себе свою вспыльчивость. Я ненавижу в себе порой то, что я слишком доверяю людям. И как меня уже жизнь научила, как мне не стучало просто по голове часто вот момент, когда там были предательства. Но я все прощаю людям, я не знаю почему. Наверное, нужно быть немножко злее, что ли. А с другой стороны, когда ты злой, ты перестаешь любить людей, наверное. И тебе становится сложнее жить. Наверное, мне просто так легче. Мне помогает Бог. Я знаю. Я верю в это, я знаю об этом. Мне помогают люди. Рядом со мной вот много хороших людей. А вообще я вам хочу сказать, как ты смотришь на жизнь, это тоже моя фраза коронная, которую я говорю очень часто, так жизнь смотрит на тебя. И есть такой момент, вот если ты смотришь пессимистически на разные истории, то и в твоей жизни очень часто депрессии случаются, тебе плохо по жизни. Это как, знаете, есть какой-то анекдот, когда оптимист, реалист и пессимист смотрят на одну и ту же картину и видят ее по-разному. Потому нужно больше быть, наверное, реалистом, оптимистом для того, чтобы жить хорошо. А теперь я могу ответить на ваш вопрос по поводу того, что сравнивают меня с Димой Биланом. Да? Возможно, мы как бы поем все о любви, молодые артисты. Мы поем где-то как бы на похожую аудиторию. Хотя, честно вам скажу, у меня вот это заблуждение многих журналистов, которые делают тебе, поставили такое клеймо. У меня очень много среди моей публики взрослых людей, не знаю, как у Димы. Вот Дима — это замечательный артист, очень хороший у него репертуар. Я смотрю за его развитием карьеры. Вообще я как бы смотрю за развитием карьеры практически всех молодых и только тех артистов, которые появляются. У меня есть некоторые идеи по поводу каких-то, возможно, сотрудничества с ними. Мне хочется помогать сейчас молодым людям. У меня очень много собирается репертуара, у меня очень много талантливых композиторов присылают репертуар на mail. Я все отслушиваю. Что-то мне по душе просто не подходит. Но я понимаю, что эту песню может кто-то исполнить так хорошо, и это даже станет хитом, и эта песня будет крутиться на радио. То есть я готов стать для каких-то талантливых вот артистов, возможно, даже вот саунд-продюсером.